Привет, друзья, привет, гости канала. Сегодня вам расскажу, как сделать так, чтобы ваш YouTube работал полностью и, самое главное, без каких-то лагов, глюков. То есть вы можете запустить ролик, да, тут реклама будет, нужно будет подождать, но вы, тем не менее, сможете посмотреть любой ролик без каких-то глюков, лагов и так дальше. Давайте усаживаемся поудобнее, я вам расскажу, что можно сделать. Вот первый способ, который мало кто знает, это зайти на свой YouTube и первое, что это попробовать его как-то улучшить. Как вы его можете улучшить? Когда вы находитесь на ролике, вы просто-напросто можете зайти на такой пункт, который называется настройки, и здесь просто поменять качество. Да, качество будет хуже, но когда вы поставите самое минимальное качество 240p, то у вас все будет работать и грузиться. Это 100%. Также вы можете нажать кнопку, которая называется «Пожаловаться». И вот где у вас будет «Пожаловаться», вы просто напишите, тут не знаю, вот ложная информация. То есть, и у вас получится не пожаловаться, а вот отзыв. И вы можете нажать «Видео не воспроизводится» и отправить отзыв. Этим тем самым вы поможете устранить вот эти вот помехи на вашем телефоне, и у вас будет все работать. Ну, это видео, по крайней мере, будет грузиться. Следующий способ, который тоже очень важный, мало кто им пользуется, это зайти в настройки на самом YouTube и здесь выбрать настройки пункт. И вот в настройках пункта вам нужно выбрать пункт, который называется «Страна». У вас, как правило, будет стоять ваше местоположение. Я рекомендую поставить США. США – это страна, в которой сам YouTube был создан. И когда вы поставите, YouTube будет думать, что вы США воспроизводите, делаете просмотр, и он будет грузиться куда лучше. Ну и тот способ, если у вас, конечно, YouTube уже не грузится, вы не знаете, что делать, это на самом период вам нужно вот зайти на YouTube, и снизу у вас будет такой пункт, который называется «Удалить». Вы выбираете «Удалить», YouTube удаляется с вашего полностью телевизора, а дальше все по накатанной, вы просто бежите в настройки, которые называются вот у вас «Apps». И в «Apps» это тот же самый Play Market, как в Android, вы находите свой любимый YouTube. Его можно найти как в пунктах вот здесь, вот на главной странице, или же воспользоваться поиском, который находится вот здесь, вот поиск приложений. Устанавливаете его, проверяете, и у вас все должно заработать, все, в принципе, будет отлично работать. Это по вот этим вот настройкам. И после этого вы сможете смотреть любимый YouTube-чик без лагов, без глюков, а самое главное, вам не нужно будет устанавливать какие-то дополнительные процессы приложения, которые вам другие блогеры советуют, в плане того, что у вас будет все воспроизводиться без сторонних программ в виде VPN и так дальше. Надеюсь, мой ролик вам поможет, и вы его будете смотреть. До скорого!